Здравствуйте, почтеннейшие! Сегодня я представляю вашему вниманию еще одно стихотворение из серии плохих стихов. Написано оно было в первой половине 2007 года ни для кого. И так получилось, что в середине августа того же года оно воплотилось в пролог моих взаимоотношений с девушкой Валерией. До сегодняшнего дня она была единственной слушательницей этого стихотворения. Сегодня его услышите все вы. Твои глаза, как два бриллианта, твоя улыбка, как алмаз, твои объятия так теплы, что этот лед в моей груди. Да, ты права, я сильно пьян, я пьян, но не вином. Я пьян тобой, моя Равенна, я очень пьян тобой. Твои глаза блестят вином, твое дыхание — дивный запах. И потому я пьян тобой, что счастлив видеть тебя рядом. Всем спасибо.